Настоящая зимняя сказка. Десятки необычных снежных и ледяных скульптур украсят Минский зоопарк. Проявить свою фантазию в ежегодном конкурсе «Зимний подарок любимой столицы» смогут жители Заводского района. Тематика посвящена году Малой Родины и вторым Европейским играм. Заявки на участие в конкурсе и эскизы ледовых фигур будут приниматься до 18 января. Самые лучшие композиции изготовят и выставят в столичном зоопарке в феврале. Полюбоваться ледяными и снежными творениями можно будет до весны.